Сегодня день Ухты. Небольшой поселок Чебью был образован 21 августа в 1929 году. Спустя 10 лет Чебью переименовали в Ухту, а в 1943 году присвоили статус города. Жемчужина Севера расположена в центральной части республики Коми. Славится не только промышленностью, но и своими достопримечательностями. Праздничные мероприятия начались еще в минувшие выходные и продлятся до завтра. С днем города ухтинцев поздравил мэр Магомед Османов. Мы с нетерпением ждем также решения президента России о присвоении Ухте почетного звания «Город трудовой доблести». Ухта бесспорно достойна этой чести, ведь именно в годы Великой Отечественной войны она стала промышленным центром Коми. Нам есть чем гордиться, но я уверен, что впереди нас ждут новые достижения и победы –